отличие от досужих представлений, нефть на нашей планете присутствует практически везде. Она добывается в морях и океанах, на равнинах и пустынях, и даже в непроходимых джунглях Амазонки. Но есть ли нефть в горах, и возможна ли ее добыча из-под твердых горных пород? Глобальное развитие добычи углеводородов дало ответ и на эти вопросы. Азербайджан и здесь оказался одним из первых. В вопросах нефтедобычи на первый план выходит рентабельность. Имеют большое значение такие показатели, как глубина залегания, его плотность и объем, а также геологическое строение земли на данном участке. За почти два столетия активной нефтедобычи человечество определило наиболее удобные участки для освоения нефтяных месторождений. Это прежде всего прибрежные равнины и морской шельф. Сложнее всего добывать нефть в горах, и потому не каждая страна рискует заниматься этим вплотную. Однако потребность в черном золоте растет из года в год. К тому же бывает и так, что некоторые из уже разработанных месторождений иссякают. Это толкает нефтедобытчиков на поиск новых возможностей. В этой связи показателен пример братской Турции. За несколько лет страна освоила крупное месторождение нефти на и вокруг горы Гавар, близ границы с Сирией. Есть аналогичные месторождения и в соседней России, на Кавказе и предгорьях Урала. Азербайджан, как страна-пионер в нефтеразведке и добыче, тоже не остался в стороне. В 20-30-е годы минувшего века отечественные геологи работали в предгорьях главного водораздельного хребта Большого Кавказа – от Губы на севере до горы Бешбармак на юге. О возможном наличии здесь близкой к поверхности нефти говорило большое количество минеральных источников, насыщенных сероводородом. Некоторые были даже запахом бензина. Поиски геологов не остались без вознаграждения. В районе Сиязани была найдена нефть и пробурены несколько экспериментальных скважин. Спустя некоторое время геолого-разведочные работы дали свой результат. Одна из пробуренных экспериментальных скважин дала фонтан нефти высотой 10 метров. И это стало первой промышленной нефтяной скважиной на Сиязанском месторождении. Ежедневный дебит скважины был около 8 тонн нефти, что достаточно хороший результат. Проработав 77 лет, скважина была заморожена и превратилась в фактический музей под открытым небом. Первые скважины были пробурены в относительно равнинной части Сиязанского месторождения, на так называемом Сиязан-Нардаранском участке. Все месторождение официально называется Сиязанское моноклиновое. Месторождение расположено в 80 километрах от Баку. Оно узкой полосой тянется на 90 километров с севера на юг, затрагивая в административном плане несколько районов Азербайджана. Общая площадь месторождения – 1943 гектара. Рабочая область месторождения несколько уже – 55 километров в длину и от 200 метров до километра в ширину. Месторождение уникально по своему образованию в добыче. Нефтегазовые пласты расположены фактически вертикально под углом 65-85 градусов. Одновременно сложным является и географический рельеф месторождения – прибрежная равнина, предгорья, а также горные и лесные массивы. В техническом плане месторождение делится на 5 участков – Джандагар-Загат, Сиязан-Нардаран, Саадан, Амирханлы и Заглы-Зейве. По геологическому строению различные участки не сильно отличаются, разница только в рельефе местности. Месторождение эксплуатируется уже 85 лет и успело принести много пользы Азербайджану. Месторождение эксплуатируется с 1939 года. С начала эксплуатации по сегодняшний день здесь добыто 15,5 миллионов тонн нефти, 5,8 миллиардов кубометров газа. Запасы первичной нефти оцениваются в 18,4 миллиона тонн и еще 2,9 миллиона тонн в отложенных пластах. Всего было сдано в эксплуатацию 1873 скважины. На сегодняшний же день используется всего 326 скважин. Ежедневный дебит – 125 тонн нефти и 36 тысяч кубометров газа. Самым сложным участком нефтедобычи на Сиязанском месторождении являются горные и лесные массивы. В самом названии месторождения «Сиязанское моноклиновое» уже заложена его гористая особенность. Моноклиналь – это ступенчатая складка в пластах горных пород. Характеризуется пологим наклоном пластов в одну сторону. В отличие от межгорных котловин, называемых синклиналями, добывать нефть здесь относительно проще. Однако твердые горные породы не чета равнинным глинисто-аллювиальным отложениям, и бурение здесь связано с некоторыми сложностями.
Неудивительно, что горная часть месторождения разрабатывалась гораздо позже, уже после Второй мировой войны. Мы находимся на территории месторождения Заглызеевэ. Этот участок находится в эксплуатации с 1958 года. С момента начала эксплуатации до сегодняшнего дня пробурено 339 колодцев. В данный момент имеется в наличии 72 колодца, из которых нефть добывается в 60. Из этих колодцев в среднем в день добывается 40 тонн нефти. Попутно выходит 15 тысяч кубометров газа и около 350 кубометров воды. Нефть собирается в местном резервуаре, откуда направляется в Гильгельчайский нефтяной резервуар. В данный момент на нашем участке идет разработка скважины номер 1870. Ожидается его скорый запуск в эксплуатацию. Сложность рельефа доставляет много хлопот нефтяникам. Как уже говорилось, нефтегазоносные пласты расположены здесь под большим углом к плоскости. В некоторых местах эти показатели достигают 90 градусов. При этом сам нефтяной пласт толщиной может доходить всего до нескольких миллиметров. Между ними же находится множество водоносных пластов, что еще больше усложняет разработку месторождения. Учитывая геологическое строение местности, для отсеивания воды с начала 60-х годов используются готовые длинные фильтры. Их длина достигает 600-800 метров. При необходимости к колодцам подключаются и дополнительные фильтры. Проблема этого метода в том, что со временем из-за нарушения температурного режима парафиновые фракции нефти вместе с остатками грунта оседают на дне колодцев. Это приводит к пробкам, заметно снижающим добычу полезных углеводородов. Чтобы устранить эту проблему, надо использовать новейшие нанотехнологии – реагенты, способные расщеплять образовавшиеся заторы на атомарном уровне. Такого рода проблемы существуют и на мировом уровне. В частности, невозможность использования остаточных нефтяных запасов, увеличение количества сложнодобываемой нефти, изменение гидрогеологической обстановки – все это современные проблемы нефтедобычи, и далеко не все страны могут с этим справиться. К слову, эффективность использования месторождений нефти во всем мире оценивается в 34%, тогда как в Азербайджане этот показатель приближается к 42%. Группа ученых Института катализа и неорганической химии Академии наук Азербайджана разработала специальный реагент на основе солей фталевой и терафталевой кислот. Одним из разработчиков вещества, получившего название БАФ, стал доктор философии по технике Фахраттин Мурватов. Он же отвечал за внедрение реагента в производственные процессы. В 2015 году на основе разработанных в нашей лаборатории нанокомпозитов был проведен эксперимент на трех маломощных скважинах. Они давали всего 0,2-0,3 тонны нефти в день. Благодаря нашим реагентам из этих колодцев было добыто дополнительно 1,5 тонны нефти. За год же этот показатель достиг 550 тонн. Реагенты, которые мы разработали, были признаны открытием в мировых научных кругах. Помимо всего прочего, они еще и дешевле мировых аналогов. Азербайджанские ученые уже получили патент на свое изобретение. О нем было написано в ведущих научных журналах планеты, а также на всемирной платформе Web of Science. Со временем был разработан еще один реагент, получивший название ТЭФ. Оба этих реагента вы можете видеть на кадрах. История нефти знает много примеров удачного применения передовых научно-технических разработок. В свое время Азербайджан был новатором в разработке и применении таких технологий. Приятно видеть, как такие традиции продолжаются. Наша страна снова задает тон во внедрении прорывных изобретений в нефтяной отрасли. Продолжаются разведывательно-бурильные работы. Каждый год сдаются в эксплуатацию 8-10 новых колодцев. Новые скважины дают 5-6 тонн нефти в день. С новыми колодцами ежедневный дебит нефти планируется довести до 150 тонн, а газа – до 50 тысяч кубометров. Говоря о горной части Сиазанского месторождения, нельзя не отметить проект «НАМА». Это проект Организации Объединенных Наций, нацеленный на сокращение выбросов в атмосферу. Суть проекта заключается в том, чтобы использовать попутный природный газ, выходящий вместе с нефтью, для газификации труднодоступных населенных пунктов, близких к данному месторождению. В проекте «НАМА» используются ловушки для сбора попутного газа с нефтяных месторождений.
Из нефтяных колодцев газ доставляется на газокомпрессорную станцию, откуда идет газораспределительные сети, очищается и подается для бытовых нужд населения. Таким образом, за 5 лет этот проект обеспечил природным газом 15 горных деревень. Социальное значение проекта трудно переоценить. Население этого региона веками обогревало свои жилища дровами. И даже в 21 веке, в силу труднодоступности горных поселений, оставалось без газификации. Теперь же жители получили прямой доступ к голубому топливу. Раньше я покупал машину дров за 350-400 манатов, и в год приходилось покупать 2-3 такие машины. Сейчас же за газ плачу в год 300 манатов и полностью окупаю свои бытовые нужды. Газ еще и более чистое топливо. Здесь часто холодные ночи. Приходится просыпаться, чтобы подкидывать дров в печь, а утром еще убирать золу. Газ же не создает таких неудобств. К тому же леса остаются целы, минимизируется ущерб природе. Ханлар Мамедов сознанием дела говорит о национальном плане по сокращению выбросов. Он ветеран нефтяной отрасли и помнит времена, когда сдавались в эксплуатацию новые горные участки Сиазанского месторождения. Изначально нефть здесь была фонтаном. Давление в жилах было мощным. Были колодцы, которые давали по 1000-1500 тонн нефти в день. Она просто выливалась наружу, как вода, а затем текла по открытому рву в нефтяные резервуары. Развитие нефтяной отрасли напрямую повлияло на урбанизацию региона и род деятельности местного населения. Профессия нефтяника быстро стала престижной среди местной молодежи и стала толчком для внутрирегиональной миграции. После открытия здесь нефтяного месторождения были построены новые поселения. Некоторые деревни строились с нуля, некоторые же значительно увеличились в размерах. Так, например, это село Мяшеф за 3 десятилетия увеличилось в 10 раз, и сейчас здесь живет около 2000 человек. Основное занятие населения, конечно же, сельское хозяйство, а некоторая часть из них работает на нефтяных скважинах. После того, как здесь стали добывать нефть, много колхозников перешли на работу в эту отрасль. Это же проще, чем сельское хозяйство. Растения нужно сажать, возделывать, потом продавать урожай. А тут в конце месяца встал перед кассой в тресте и получил немалые деньги. Сейчас мало-помалу работа с землей возвращается. Люди приобщаются к каждодневному труду. После развития здесь санаторного дела жители села Мишреф стали получать дивиденды и от этого. Сдают свои дома для приезжих, продают им деревенские продукты. Название села восходит к арабскому слову «машрик», что означает «восточный». Населенный пункт расположен на восточном склоне полуторакилометровой горы, которую венчает древняя крепость Чирах-Кала, история которой досчитывает 15 веков. Местные воды исключительно целебны. Они богаты сероводородами и углерода-кальциево-натриевыми соединениями. Лечат желудочно-кишечные, кровеносно-сосудистые, андрологические заболевания и крайне полезны при мочекаменной болезни почек. Это повлияло на развитие здесь санаторно-оздоровительной сферы. Испокон веков люди использовали целебные воды, которые здесь выходят. Там под скалой есть родник. Нагревали камни, обрамляли ими родник, и получалось нечто вроде маленького пруда. Эта вода хорошо лечит суставы и заболевания желудочно-кишечного тракта, а также расщепляет и выводит камни из почек. Нашей водой заправляют аккумуляторы автомобилей, где она расщепляет осадочные образования. Похожая вода есть в Ессентуках и Трусковце. Мне 76 лет, но до сих пор постоянно набираю пару канистр воды и использую для бытовых нужд. Заправляю ею самовар, например. В 20 метрах от родника прямо из-под камней выходит натуральный парафин. Это как мазь желтого цвета. Им люди смазывали руки и ноги. В 60-х годах прошлого века у подножья Целебной горы был построен санаторий всесоюзного значения. Ему было дано символическое название «Гала-Алты» – «под крепостью». Промышленная добыча нефти в местах с такой невероятно красивой, уникальной природой, да еще и по соседству с историческими памятниками, сопряжена с большими рисками. Поэтому экологическому состоянию месторождения уделяется повышенное внимание. Утечки из колодцев и трубопроводов вовремя фиксируются и ликвидируются. Предотвращение негативного влияния на окружающую среду – одна из основных задач нефтяников. Большинство сотрудников НГДУ «Сиазаннефть» – местные жители. Кто, как не они, заинтересованы в том, чтобы уберечь родной край от побочных эффектов нефтедобычи.
Развитое в этом регионе садоводство и сельское хозяйство – лишнее подтверждение тому, что со своей задачей они справляются успешно, и экологический баланс в данной местности сохраняется.